Привет, друзья! Мы с вами сейчас заходим в отдел студенческого творчества и культурно-досуговой деятельности. Привет, Влад! Здорово! И видим здесь сразу же мое рабочее место. Кстати, таковым оно стало только в августе 2016-го. А до этого я приходила сюда как студент и культурно филологического факультета. Год начался с подготовки ко всеми любимому фестивалю творчества «Хит-парад», где мне посчастливилось попробовать себя в роли сценариста и режиссера. Вместе с дружной командой мы взяли гран-при, а еще приз за лучший сценарий, лучшую режиссуру и лучший номер. Спасибо самой крутой команде вообще на крутой свете. Команде. Если бы не Филфак, если бы не все яркие, самые зажигательные творческие ребята, ничего бы не получилось. На этом череда приятного не закончилась, и мы вместе со съемочной группой ТВУ отправились в Гродно, где совершенно неожиданно для себя выиграли медиасферу и привезли веселый мобильный репортаж. Один из любимых, кстати. Это сюжет снят специально для ТВУ. It's American University, and we are going to rock you. Самым приятным заданием стал, конечно же, большой репортаж о мистере ВГУ и последней работой в качестве студента. Наверное, самое плохое в том, что у меня нет минусов. То есть ты идеальный, и это плохо. Именно. А после курса, диплом, президентский бал, выпускной, и вот я уже сотрудник университета и иду в любимую студию, чтобы генерировать свежие идеи. Оля, ничего, что мы на съемку опоздали? Пошли быстрее. В этом году мы запустили новый проект «Нас не ждали», у которого уже есть награды. В этом году также сбылась и маленькая мечта. Мне удалось взять интервью у кумира юности, эталона ведущего Георгия Колдуна. Таким ярким выдался мой 2016-й. Надеюсь, что и 2017-й не подведет.